Всем привет! Это канал из Москвы в Израиль, и сегодня мы поехали в путешествие на автобусе всей команды. И сегодня нас ждет игра. Забываю всегда, как она называется. Это когда краской пуляют друг в друга. Мы еще ни разу нигде такое не делали, поэтому у нас будет второе событие в Израиле, которое у нас впервые. Первое было ночевка в палатке. Смотрите здесь. Вот мы добрались, мы приехали в центр, здесь снимать площадочку, которая видит здесь. Там идет бойня. Мы сейчас туда тоже попремся, вот там нам выдают эквипмент. Что дают? Оборудование, короче, на нашем. Вот, ну посмотрим, пока все очень необычно. По-моему, из тех, кто приехал, еще никто не был на таком мероприятии. Вот такие костюмчики сейчас будем одеваться. Есть кран, а вот это наш капитан. Не вытрется. Все говорят, что надо помыть. А вот и Женечка засветилась, да. А ты в нашей команде? А, нет. Она против. Она против. Я против. Она против. Светочка в нашей команде. Маша, по-моему, тоже в нашей. Папа сказал снять с окуна. Мы его сняли. Ну иди умойся, вон там вода есть. Я умылась. Точно? Точно. Так, пойдем примерять. Это Jamendo.com. Посередине будет стоять весло. Игра, короче, называется весло. Посередине будет стоять весло. А наша задача взять весло и вернуть к нам в дом. Та группа, которая на этой стороне, это вот эти вот бетонные, это наш дом. Та, которая там, у них там есть вон свое. Поставить в дом. Но правило, не одна пуля. Если пуля попадает, весло возвращается опять на середину, и все сначала. 6 метров. Девочки, мальчики, вот от него до второго работника 6 метров.
ближе не стрелять, иначе будет поход, больно. Еще, не меньше. Поход, и хуца. Тот, кто будет стрелять, он выходит из игры, это оставляет раны. И, то есть дальше, чем если человек ближе, чем вот 6 метров, даже если у вас заканчивается пуля, значит игра закончилась. То есть просто не стрелять, с пола поднимать нельзя, потому что они на солнце становятся... Короче, это твердыми, и если вставляешь, то можешь испортить нэшек, и тогда они с нас возьмут деньги за оружие. Вот если есть какая-то проблема во время игры, не знаю, что-то чешется, или поломалось оружие, поднимают вместе с оружием руку вверх, не снимать кольцо внутри игры, ну, это каску. والمركب بتودي الكفاشي ما تنقلت يا ابو تنفاشي بدها اي حد ما غفر شي وعادي 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 قلت لي عادي نتخرع كل اكبر كل اكبر Короче, мы отыграли. Там мужик один снимал, надеюсь, нам достанется видео, тогда мы врежем. Вот, на самом деле, очень прикольное впечатление, но мало. Мне кажется, минут 15, наверное, мы всего отыграли. Вот, но так интересно, мы обязательно сходим, еще наберем команду и пойдем. Потому что адреналин, вот эти все, несмотря на то, что жарко и все остальное, вызывает только положительные эмоции. Все он обсуждают, стоят. Какой-то фокать. И где-то вот тут еще был. Вот тут, наверное. Нет, ну самое классное, но я сам поймал. Вот. Мне интересно было, насколько сильно удар будет. Нет, вот. Удар хороший. Нет, когда в кадру, он разлетается, вообще не чувствуется. Только вот не повезло ему, что попало. Классно, всем интересно. А это канал из Москвы в Израиль. С нами всегда интересно, поэтому подписывайтесь на наш канал. Вот, смотрите, видите, у меня отметина. Вот носок уже в краске. Это куда попали, где не было одежды. Так что было круто. Нас еще ждут приключения, но это уже в другом видео. Так что всем пока.